Большая победа маленькой Шойны. Наш следующий материал об инициативных жителях заполярной глубинки, которые решили продвигать арктический туризм. Первым шагом стала разработка бренда села. Причем проект Валентины Малыгиной, именно ей принадлежит идея по развитию населенного пункта, признали лучшим на всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Подробности прямо сейчас. Когда в иллюминаторе появляется Шойна, невольно приходишь в восторг. Белое море и кругом песок. Недаром это место называют северной пустыней планеты Земля. У вертолета нас встречает Валентина Малыгина. Молодая глава, очень активный человек. Не так давно она одержала победу в престижном всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия», одном из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Высокую оценку профессионального жюри получил ее проект по созданию бренда Шойны. Шойна достаточно уже популярна, но как раз вот создание бренда, оно позволит популярности добавить. То есть это как раз у нас создана творческая мастерская, где мы впоследствии собираемся изготавливать различную сувенирную продукцию, и, соответственно, можно будет ее маркировать созданным брендом. На сегодняшний день у нас подана заявка в проектный офис развития Арктики на получение гранта для того, чтобы этот бренд зарегистрировать. После того, как бренд будет зарегистрирован, Валентина, заручившись поддержкой односельчан, планирует развивать в населенном пункте арктический туризм. А посмотреть здесь есть на что. Шойна находится на берегу Белого моря. Невероятные красоты пейзажи, действующий маяк, заметенный песком старый поселок и даже водопады. А зимой здесь пользуются популярностью снегоходные туры. Учитывая, что и в округе у нас достаточно динамично развивается арктический экстремальный туризм, я считаю, что вот Шойна – это как раз то место, где, в принципе, многим туристам было бы здесь интересно провести свое время как раз с тем, которые любят такой вид отдыха. Скоро стартует новый конкурс «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Архангельской области и Ненецкого округа есть шанс принять участие в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей», улучшить жизнь своего региона, создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный или другой. Нужно просто подать заявку на участие в конкурсе, а потом, одержав победу, получить поддержку для его реализации. В этом году президент в послании Федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с краеведением, с народным творчеством, сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. Он объединил тысячи неравнодушных, ярких, интересных, целеустремленных людей и помогает им самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи, активно участвовать в жизни своих сел и городов и способствовать их развитию. Победители конкурса ждут стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника, заработать дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям в ВУЗ. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».